Сегодня в видео. Самые неожиданные и глупые вопросы будущим профессионалам. Сейчас мы решим, кто будет первый отвечать на глупые вопросы. Правдивы ли все эти стереотипы? Правда ли, что все музыкант-алкоголик? Или все это обычная выдумка людей? Какие там? А, вопросы про татухи были? Нет. Да, кстати, преподавателям же татухи нельзя. Все это. Есть такой момент, такой нехороший, он называется репетиции. И многое другое. Так зачем это выставлять? Ну ты же не модель все-таки там какая-то. Ладно, я понимаю, там модель, они этим зарабатывают. Далее в нашем выпуске. Сегодня в нашем мире существует около 40 тысяч различных профессий. Однако у большинства профессий есть множество глупых стереотипов. Громкий скандал в Барнауле. Учительницу русского языка и литературы вынудили не только уйти из школы, но вообще из профессии. Безобидное фото в соцсетях не понравилось родителям учеников. В отношении педагога началась настоящая травля. Закрытый спортивный купальник посчитали вызовом нравственности и морали. Такая уж точно плохому научит. Жители Самары приходят в себя после шока от выступления на дне города популярного певца Димы Билана. Зрители ждали праздника, яркого шоу, но вместо этого пришли в ужас, увидев, как Билан ведет себя на сцене. Все из-за того, что не рассчитал с алкоголем. Которые порой очень сильно задевают людей-профессионалов. Сейчас будет мясо? Нет, там что-то про алкоголь, короче, было, мне понравилось. Последний, да. Цель сегодняшнего видео – задать глупые вопросы будущим профессионалам. И именно для этого на сегодняшние съемки я позвал Артема. Всем привет, меня зовут Артем. И Настю. Привет, меня зовут Настя. Ребятам будет задан топ провокационных вопросов. И Настя, как будущий дирижер-музыкант, ответит на свои вопросы, а Артем, как будущий учитель, на свои. Но сегодня, чтобы видео не было слишком длинным, мы выслушаем одного из них. Сейчас мы решим, кто будет первый отвечать на глупые вопросы. Настя тогда будет? Давай. Первая, да? Итак, 7 вопросов музыканту. Настя, смотри, у нас 7 вопросиков. Угу. Ты тянешь любой листик. А можно будет пересдать? Можно будет пересдать. Так, тяни. Давай, ладно, маленький. Правда, что длинноволосые музыканты не моют голову? Да, ребят, серьезно? Если вы видите длинноволосого музыканта, в частности, мужчину, знайте, что они со своими волосами ухаживают так, что ни одна девушка не будет ухаживать. Но так получается. Ну, это глупый стереотип. Ну, естественно. Люди часто замечают на концертах, например, рокеров, то, что правда у них какая-то голова сальные. Не да. Скорее всего, это зависит от продолжительности тура, да. Соответственно, да, они ничего не успевают, это бешеный график, это надо приехать уложиться во времени, это надо все отрепетировать, отчекать все инструменты. Вот даже мы сейчас, то есть мы неизвестная группа, мы даже пожрать не успеваем на репетициях, я тебе серьезно говорю. Так что да, это, скорее всего, просто стереотип из-за того, что люди просто не успевают чего-то такого бытового, более приземленного. Ну что, приступаем к следующему. Давай, больше возьмем. Давай большой. Правда ли, что учиться на дирижера очень легко и не требуется от обучения ничего, ребят? Сейчас я вам расскажу. Вышел там, помахал руками красиво. С виду да, это с виду так. Тебе на выступлении надо показать, где хор должен быть погромче, приготовить еще вот этот жест, где потише. А еще есть бывают такие произведения, когда там, то есть ничего, там дирижируешь, там громко, потом... Смотри, интересно. И делай ты с этим, что хочешь, вырабатывай ты этот жест, как хочешь. И главное, это все подготовить, чтобы хор понимал, что ага, сейчас она вот затихать будет. Мы инструменталисты, мы дирижеры, да. Мы певцы. Мы должны показать хору, как взять высоту определенного звука. Мы должны хору сказать, что мы должны ощущать при этом. То есть это еще постановка голоса. Мы должны сказать... Вот здесь вот это, здесь на скачок на кварту, здесь скачок на квинту, здесь параллельные терции. Конечно, если углубляться, это просто мама не горюй. Ну что, к следующему будем приступать? Выбирай. Давай, все интересненькие. Да? Зачитываем.
правда ли, что все музыканты невероятно эмоциональны? Да! Да! Это так, потому что когда человек живет музыкой, через него в первую очередь проходит сама музыка, то есть каждую песню, которую он играет или поет, он ее проживает в своей шкуре. И вообще музыканты, да, сами по себе очень эмоциональны, потому что музыка очень влияет на психологию, то есть даже есть специальный аспект музыки, это музыкальная психология, как влияют определенные интервалы, определенные звуки. То есть каждая нота, она что-то значит, каждый прием музыкальный, он что-то значит, и он должен что-то затронуть в тебе, должен затронуть слушателя, а это самое сложное, объяснить что-то, рассказать, просто пережить эту песню так, чтобы другой человек ее тоже рядом с тобой переживал. Это просто, это такие бешеные эмоции, и поэтому музыкант, когда что-то вкладывает, он вкладывает душу. Давай, тяни. Следующий. Давай, билетик тянем в серединку. Зачем нужен дирижер, если оркестр сам знает, что нужно играть? Это самый распространенный вопрос. Это относится не только к хору, да, но и к оркестру, если ты дирижер. Да, конечно, работа дирижера на концертах, она мизерная. Просто мизерная. Просто, ну, помахал ручками, там, выше, ниже. Сетку, да, дирижируешь, в каком темпе играть, в каком ритме играть. Но есть такой момент, такой нехороший, он называется репетиции. Собери, покажи, расскажи, спой, сыграй сам на каком-то там инструменте. Если ты оркестровый дирижер, ты должен уметь играть на всех инструментах. Каждую репетицию что-то новое, каждый концерт. То есть концерт может отличаться от репетиции, и дирижер должен это все уловить. Ты слышишь косяк, ты смотришь на этого человека и такой типа, повыше. Пониже, сбавь темп, снизь темп. Поэтому, да, на концерте дирижер нужен, и на репетициях тоже. Понятно. Приступаем к двум, точнее, еще к трем последним. Есть стереотип, что музыканты специально притворяются, что материалы, из которых сделаны их инструменты, как-то влияют на звучание данного музыкального инструмента. Нет, не всегда. Например, если брать гитару. Классическую или акустическую, вот как я выбирала недавно. Дерево, из которого она изготовлена. Будет ли мокнуть или не будет мокнуть, как скоро, то есть развалится этот инструмент, это очень сильно, то есть каждое дерево, оно влияет. Струны, из чего сделаны струны, что это за струны, какой марки струны, насколько дорогие эти струны, обязательно, да, это зависит от качества звучания. И то есть, да, и то же самое, когда ты выбираешь фортепиано, какую ты марки возьмешь, лучше всего брать советские фортепиано, их настроить потом просто проще, чем купить какое-то дерево современное, которое скоро туда-сюда развалится, ну, да. И все. Я, кстати, так думал. Давай, давай. Точнее, предпоследняя, вроде и последняя. Правда ли, что все, что требуется в вокалисте, только попадать? Ну, нет. Как человек абсолютного слуха, могу сказать точно, что все, что вокалистам, это не только попадание в ноты. Ну, попадаешь ты в ноты, и все, и все. Надо, чтобы звук лился, это все непрерывно, должно быть, не обрываясь. Надо, чтобы у тебя все было вот здесь, подушечка, вот эта твоя опорная. Всегда говорит, возьми опору. Опора твоя, это вот, вот туда, когда ты посылаешь звук. И вот звук становится наполненным, он становится красивым, он становится звучащим. Твой звук – это энергия, и как ты его пошлешь, так он и пойдет. Ну, давай свой последний вопрос. Давай, зачитывай. Так, самое интересное, на закуску оставил. Правда ли, что музыканты употребляют много алкоголя? И еще, кстати, было употреблять наркотики, но это я не добавил. Ой. Значит так. Нет, как мне говорила моя покойная руководительница, главное перед выступлением дерябнуть. Ну что ты дерябнешь? Главное не шампанское, от шампанского ноги трясутся, от вина ноги трясутся. Я это уже попробовала на концерте сделать. Коньячку. Берешь стопарик, там такой вот небольшой, коньячка. Ну на донышко прямо совсем льешь. Выпил, пошел, и как бы у тебя адреналин бьет, но он в нормальное русло бьет. То есть ты не срываешься, ты спокойный, как слон, ты же дерябнул. Да, и бывает такое, когда люди, ну, начинают заниматься музыкой, а потом они спиваются. И я на самом деле не понимаю. Ты либо творишь что-то, либо ты себя уничтожаешь. Третьего как бы не дано. Вот так-то. Вот те девочки хихихаха. Да.
Итак, все вопросы для Насти уже закончились. И мы подходим к окончанию этого выпуска. Мы задали все самые такие интересные, глупые стереотипы вопросы. С вами была Анастасия Рыжкова, я Игорь Прайкс, и до следующей части видео.